Всем привет, дорогие дамы и господа! Вы на канале Evlo2021, и сегодня я буду делать обзор на 4 моих бутера, которых я сделал минуту 2 назад. Давайте начнем! Я их сделал из майонеза, кетчупа, жареной колбасы и помидоров. Да. Да, по-моему, это очень вкусно, я не знаю. Я не пробовал, вообще-то мой... Я шеф, блядь, да. Половую секунду. Так. Блядь. Сейчас дегустацию, ебать. А как я их возьму? Я сейчас, ебать, как голодный. Вроде нормально. Вроде даже ничего. Лол. Впрочем, норм. Достойно увлажнения, как минимум. Да. Спасибо за просмотр данного видеоролика. А это моя кошка. Она лежит в мою руку почему-то. You want some chips? Yes.